И что он есть жив, что он живой, здоровый, просто у кого-то другого. Вот. Надо было кастрировать котика. Его кастрировали, но это не помогло, к сожалению. Так, не будем о грустном. Как долго продлится карантин? Я говорю, долго, мне кажется, долго. Кто-то пишет, что я бы не убежала. Ну, да, я бы тоже не убежал. Друзья, ничего не знаю про концерты. Все, что запланировано, пока все будет. Но все концерты ближайшие на конец июля. А пока занимаемся самообразованием, самоизоляцией. Вновь про дуэт с Гагариной и спрашивают еще раз. Вам говорю, что дуэта с Гагариной не будет. Это я уже отвечал на этот вопрос, поэтому не задавайте его больше. Когда дуэт с Гагариной, когда дуэт с Лорак, когда дуэт с Топаловым. Слушайте, мне сольно неплохо. Будет ли эфир с Кудрявцевой? Ой, Лерка, на самом деле с Леркой мы хотели эфир, но что-то как-то не срослось, не слетелось. Вот надо сделать с Кудрявишной. Вот. Эфир с Владом был уже, так что... Сейчас запросики посмотрим. Может... Вот запросики. Не хочешь с Тимати спеть? Две песни с Тимати. Laser Boy и Moscow to California. Слушайте на здоровье. Ну ладно, вопросы же повторяются, что-то вы не сначала смотрите, потому что я все, про что вы спрашиваете, я уже на все отвечал, поэтому с вами. Еще раз спасибо, обнимаю, до новых встреч в эфире. И смотрите хорошее. Ну, то бишь меня. Спасибо.